награждается за отличную учебу и активное участие в общественной жизни класса ученица 4 Б-класса Шинтаева Аружан. Еще раз поздравляю всех наших учеников, любимых наших родителей. Ну и слово я предоставлю вашему учителю, который все эти годы был рядом с вами, который вложил в вас частичку своей души, Любовь Ивановна Гришина. Пожалуйста, Любовь Ивановна. Дорогие ребята, вот сегодня вы стоите на этой сцене, потому что вы отличники. Но я бы очень хотела, чтобы когда вы заканчивали 11 класс, и вот вы все эти же ребята, а может быть, будут еще из тех, кто сегодня не вышел на сцену, стояли здесь, так как они будут получать бы знак на Алтын-Тепе. Я этого очень хочу и этого очень вам желаю. Уважаемые родители, я приложила руку сил для того, чтобы сохранить наш гимназический класс, для того, чтобы ученики учились как можно лучше. Сейчас я хочу пожелать вот этим детям и всем, кто сейчас здесь, чтобы успешным был следующий класс и все остальные годы. Сейчас я желаю вам здоровья, хорошего лета, солнечного, теплого и всего хорошего. Можете идти на место.